Эйо, гад на связи. Долго не было контента, потому что я переехал ребенка. Я вернулся с новым развлекательным контентом. Пишу песню для... Вы уже видели, как я писал песню для Олежи. Сегодня я пишу песню для Оксимирона. Но сегодня контент будет не совсем развлекательный. Сегодня скорее он будет поучительный, так как я научу делать биты тебя, даже если у тебя руки из жопы или у тебя вообще нет руки. Я никогда не делал биты, не занимался этим, и сегодня я покажу, как это можно сделать очень просто. Я хотел сделать это видео в стебном формате и сделать стебный трек для Оксимирона, но... Подумал, почему Оксимирон не высказался на тему митингов, Навального и так далее. И я решил помочь Мирону, и я напишу сегодня ему песню. Точнее, это мой тебе подарок. Итак, для начала все, что вам нужно, это зайти в Ableton и наличие одного пальца. Для начала мы забиваем рабочий стол всяким говном. И только после этого качаем минус Оксимирона «Город под подошвой». Половина дела, считай, уже сделана. Мы забрасываем минус в Ableton, слушаем, как он шикарно звучит. Вау, это просто нечто нереальное. Угу. Итак, после берем любой кик и попадаем им в кик самого минуса. Это было не сложнее, чем скачать сам минус. Звучит уже отлично, но нужно еще пару штришков. Итак, копируем кики. Просто хит. Итак, дальше нам нужно почувствовать себя как bad comedian. Берем клэп. Также попадаем in в клэп минуса. Слушаем, что получилось. Чувствуется уже, что попахивает хитом. Определенно хит. Далее берем хай-хэт и выставляем по нашему старому доброму принципу. Вот, в принципе, и все. Драм-часть готова. Итак, дальше нам нужно прописать инструментальную часть. Но, боже, что же делать? Мы не знаем нот. Поливать. Заходим на пиано-инструментал человека, который знает ноты. И что? И воруем их. Итак, вот эта клавиша, это и вот это. Что они значат? Хызы. Итак, возвращаемся в Ableton. Находим какой-то суровый звук из стандартных звуков. И играем по тем клавишам, что и на видео. Кажется, я стал музыкантом. Можете скачать Omnisphere, но тогда вы будете круче, чем Слава Марлоу. Отлично, почти готово. Нужен бас, но не очень пердящий. И вуаля, вот что получилось. Даже без обработки. Если вы не умеете обрабатывать, лучше этого не делайте. Итак. Наш минус готов, нам осталось написать куплет и припев в стиле Оксимирона, поэтому начинаем писать. Итак, сейчас я вам расскажу рецепт написания
текста, как у Оксимирона. Итак, главное... Итак, текст есть. Давайте запишем. И метаемый бисер неправильный ход, и он снова и снова стирает Зион. Ты со мной выходи. Но лишь тектоникой блит, не сгораем на ветру, лишь на ветках нам гнить обстоятельства. Это лишь точка, пунктир, наблюдая эпсилон. Возводи новый мир, скотный двор. Тут даже если пойман не вор, ведь тут свиньи равнее всего. И метаемый бисер неправильный ход, и он снова и снова стирает Зион. Ты со мной выходи. Нам тут нужно создать парадигму в болоте из этой грязи. Будто Петр в 17.03 мы построим наш мир лишь с помощью твоей руки. Погоди, погоди, хоть в районе небес твой дворец одиноко и гордо завис. Линчеванием правит ликбез. Прошу в цех обработки яиц. Наступит зима, и мы сожженные угли кладем. Наш походный рюкзак, это наш променад. Наши квартирные будни увозит вдаль автозак попивать лимонад. Краситель Е2, Е4, как ход новичка в этом мире. Как новому дому я рад. Привет, большой брат, 1984. Наступит зима, и мы сожженные угли кладем. Наш походный рюкзак, это наш променад. Наши квартирные будни увозит вдаль автозак попивать лимонад. Краситель Е2, Е4, как ход новичка в этом мире. Как новому дому я рад. Привет, большой брат, 1984. Наступит зима. Наступит зима. Да. Это окей, 100% окей. Это меня больше всего пока порадовало. Прикольно, да. Да, там было всего 4 филлер говнострочки, а все остальное было туда. И очень много отсылок к западному хип-хопу. Итак, скачать трек ты можешь по ссылке в описании. Пишите в комментариях, для кого бы вы хотели, чтобы я сделал следующий трек. Пам-пам.